приветствую вас, друзья. С вами Ирина Маркелова. Вот у нас было в чате такое задание. Задание для всех мы сделали обязательным. Кто его не выполнит за 48 часов для новичков и 24 часа для старичков, кто более 3 месяцев, того мы удаляем из чата. Потому что мы хотим тратить свое время только лишь на целеустремленных людей, которые твердо идут к своей цели. И таким образом люди, выполняя задания, становятся более эффективными и раскованными. Задание было такое: снять мотивационное видео. Либо для новичков было задание снять видео, чем вас привлек этот проект. Задание вполне посильное. Мы его с Борисом Маркеловым тоже выполнили. И из чата выполнили всего 7 человек. И один человек, которого зовут Нугман, остался недоволен. Смотрите, что он мне написал. Вот, я им написала: вам срок снять видео до завтра. Мотивация или почему вы пришли в проект, либо удаление из чата активистов. Он мне пишет: Ирина, если вы забыли, напоминаю, я ухаживаю 24 часа в сутки за парализованным человеком. Я говорю, снять видео — это 2 минуты из 24 часов. Человек иногда ведь может и спать парализованный, а вы в это время можете снимать видео. А как вы собирались работать, придя в проект? Он пишет: не дай бог мне вам мое положение. Вы хотите, чтобы я перешел в другую структуру? Все переходят в нашу структуру, обучаются и становятся миллионерами. Переходите. Один ушел, 10 пришли. Вот смотрите, такие сообщения я получаю по 5-20 в день. И отправляю ему вот такой скриншот. Вот таких сообщений мне приходит от 5 до 20 в день. Ирина, здравствуйте, хочу вступить в вашу команду. Очень много. Он мне пишет: я 23 года в MLM, но такого хамства еще не видел. Странно, где здесь хамство, интересно. Названивать мне по телефону у вас есть время, а потратить 2 минуты на видео нет. Как так? Смотрим. Звонит. Вот 2 минуты. Пропущенные звонки, 47 секунд звонок, вот пропущенный звонок, пропущенный, опять он мне звонил, 10 минут, 28 секунд, это я ему инструменты кидала, вот еще, звонит, 18:57, звонит. То есть названивать у человека есть время, а снять видео 2 минуты находит сразу отговорки. Я считаю, что все это отговорки. Из 24 часов 2 минуты своего драгоценного времени найти можно. Обычно лидеры — люди скромные. Не знаю, это бизнес — скромные и бедные. Кто из нас прав, я не знаю. Если люди не будут выполнять задания, значит, они ищут отговорки, отмазки и так далее. Мы работаем только с целеустремленными, амбициозными людьми. Имейте это в виду, когда вы проситесь в нашу команду. Тем самым в нашем чате активистов останутся самые стойкие. Вот наш активный чат Whole World, который работает, в нем кипит работа, люди делают репосты, ставят лайки, мы работаем командой и помогаем друг другу. Всех остальных мы удалили, кто не выполнил задание. Это бизнес, и не нужно здесь высказывать. Создавайте свои чаты и делайте там, что хотите. Теперь подведем итог. Вот так работаю я. 14 регистраций, 4 регистрации. 8 регистраций, 13 регистраций, финансовая помощь — 2 регистрации, 11 регистраций. Давайте посмотрим, почему люди хотят именно в нашу команду. Откроем топ-10 самые эффективные фандрайзеры. Ирина Агапова, то есть я, на первом месте. Юлия Бирюкова, моя команда, занимает 2 место. Василий Мироненко занимает у нас 3 место. Андрей Ломовцев, тоже моя команда, занимает у нас 4 место. И Сабату из Италии занимает у нас 5 место. Первые 5 мест – это моя команда. 5 мест из нескольких тысяч
благотворителей занимает моя команда. И теперь ответьте на вопрос. Мои методы ужасные или все-таки справедливо, жестко, но эффективно? Я считаю, что работать надо немного, но эффективно. А теперь вы делаете выводы. Хотите в другую структуру, пожалуйста, идите в другую структуру. Если вы хотите в мою команду, будьте добры выполнять задания.